Жалко сын, как ребенок здесь, так оставил. Конечно, плохо, очень плохо. Сейчас там у нее экзамены, все, но настроения нет. А здесь нормально, сколько лет жили, нормально. Все у меня, все отношения, все хорошее было. Работа это найдешь, работаешь, а сын здесь. Ну кто будет помогать, кто вечером что-то привезешь дома, продукты, он меня ждешь, понимаешь, мне утром. Он ночью не спал. Я сколько лет дружился русским народом здесь. И дальше тоже буду дружить. Все, у меня очень много здесь, друзья, все. Они все тоже шока все. Но это политика. Это политика. Я не политик. Я не политик. Я просто человек. Я не политик. Политика. Я 22 года, я здесь. Политика не занимался ничего. Я свое дело работаю. Думаю, вечером дома хлеб надо. Я это работаю. Сейчас поеду, немножко отдыхаю, но посмотрим дальше, что там могу делать. Это я буду делать, конечно. Что-то жить идет, что-то надо делать.